Всем привет! Сегодня у нас 4 октября 2021 года, Украина, город Кременчуг. Вот хочу показать поздний зимний сорт германской селекции. Очень урожайный, очень продуктивный сорт под названием Пинова. Вот так вот выглядит данный сорт на это время. Просто наверху плоды просто горят, красавцы. Сорт имеет конусовидную форму, плотно сейчас держится на дереве, вот такие вот яблоки, имеет очень сладкую ароматную мякоть, вот такой вот вид. Урожайность можете видеть, какая на дереве. Сейчас лесенки сважу и показываю с самого верха по самый низ. Все улеплено яблоками, урожаем. Вот так вот снизу покажу. Кто хочет завести себе реально урожайный зимний сорт с отличным вкусом, вот, можете обратить внимание на данный сорт. Я бы рекомендовал только сажать на среднерослых или на сильнорослых подвоях, на карликах. Дерево будет как самоубийца перегружаться и может само себя убить. Но это с обычным уходом. Понятно, что в промышленных насаждениях там уход совершенно другой, не такой, как у любителей. В зимний период с вами уже будем дегустировать, смотреть, какой вес в этом году и какой набрал вкус данный сорт. Так что не переключайтесь, будет интересно. 13 ноября 2021 года, сорт яблок Пинова в хранении. Этот сорт отлично хранится, но его уже в это время можно начинать потреблять смело. Хранится он у нас в обычных условиях, в обычном подвале. В холодильных камерах он вообще бесподобно хранится. Но в подвальных помещениях влажность должна быть как минимум 80%. Тогда этот сорт не вянет. Потому что в сухих подвалах может сорт вянуть, как Golden Delicious. Это надо учитывать. Сорт очень вкусный, вес от яблок, самые крупные плоды я показываю, 240, грубо 250 грамм, но средний вес этого яблока примерно там 170-200 грамм, вот тут такие яблоки среднего веса примерно, а ну, да, до 200 грамм. Давайте сейчас разрежем, попробуем на вкус. Это яблоко очень вкусное, я советую любителям, ценителям, я бы его отнес бы к десертным сортам. Вкусовая оценка, сейчас попробуем, посмотрим. Высокая, скажу так, очень высокая. Яблоко вот хрустящее, сочное, такая вот мякоть у него. В данный момент оно не вялое. Вянуть оно начинает в сухих подвалах, там после Нового года. Опа, давайте сейчас разрежем еще вот так вот. Очень урожайный сорт, без периодичности, каждый божий год. Его очень любят за вкусовые качества, этот сорт. Так, вот такая вот мякоть. Давайте сейчас посмотрим по соку. Гляньте, нажимаю, брызгает во все стороны. Сорт очень сочный. Мякоть такая плотная. Пробуем на вкус, мелкозернистая. Даже на 13 ноября пчелка прилетела. На улице плюс 8 сейчас. Сразу же на вкус на яблоко прилетает пчела. Так, мякоть твердая, плотная, скалывающая в данный момент. Очень сочная, очень сладкая, с легкой кислинкой. Превосходного вкуса. Я прямо, наверное, дал бы оценку 4-8-5 баллов по вкусовым качествам. Очень мне этот сорт нравится. У этого сорта есть такие нотки, какие-то даже груши. Яблоко вместе с грушей, какие-то дюшесные тона, какие-то конфетные тона. Блин, ну очень, вот эта кислиночка легкая вообще, она не кислит в этом яблоке, но она, блин, дает вот этот привкус такой вот насыщенного, вкусного яблока такая. И груша, и яблоко, и конфеты, и медовый вкус. Ну, тут очень богатый вкус у этого яблока, реально богатый. И этот сорт советую любителям, ценителям вкусных, сочных, сладких, твердых яблок. Классное. Без обработки кальцием может быть кожная пятнистость. У меня один год было. Это раз. Это, я считаю, минус. Так же самое, оно очень сильно урожайное, я тоже считаю минус, его желательно нормировать, потому что яблоня перестает расти без нормировки, и она тупо, ну, самоубийца, сорт самоубийца, его желательно, конечно, нормировать, чтобы получить более товарное красивое яблоко, потому что без нормировки будут яблоки поменьше, наверное, где-то вот такого плана, грамм по 150.
Окрашивается хорошо, плодоносит хорошо. Особо не болявый сорт. Естественно, требует обработок. Обработки было 3 штуки за этот сезон. От грызуче-сосущих и от грибковых заболеваний. И так же самое проходил кальцием в этом году по всем сортам своим 6 раз. Была проведена обработка кальцием по листу. Потому что у меня такая почва, недостаток кальция, и некоторые сорта реально хромают, страдают. Но сорт в целом очень хороший, добротный. Кто его знает, его всегда покупают, его всегда спрашивают, его просят. То есть для рынка незаменимый сорт. Реально говорю, классный. Есть черенок на продажу. Кому понравилось мое видео, ставьте лайк. Не забывайте подписываться на канал. Сажайте этот сорт, вы будете всегда с урожаем, с отличным товарным качеством и отличным вкусом. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайк. Всем пока.